Что толку в храме? Как ее найти? Я не знаю. Она может быть где угодно, в любом мире. Мы найдем ее. Должны. Судьба Мидгарда зависит от нас. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Не попал.
всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюрбл и Фрея. Кто злой, так это Аса. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магни нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Обвинил меня. Меня в том, что ты сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Так я сказал твоей матери перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь. Зачем мы идем сюда? Мы что-то забыли? Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо, мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться, я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет.
этот зал. Но нужен другой путь наверх. Забыл, чему тебя учили. А, ты это мне? Я думал, тебе не по нраву мой тон. Еще одна валькирия. Попробуем освободить? Мы не можем бросить ее, брат. Не торопи меня, голова. Когда будем готовы, я нападу. Let's go.
свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа, но ее надо найти. Где она? Точно не знаю, но... Рокстола Валькерс. Если Совет Восьми снова соберется, может, она ответит на зов. Нужно отыскать других валькирий. Ты прав, но мы хотя бы знаем, где найти Сигру. Но где остальных валькирий искать? В иных мирах. Отличная мысль, брат. Муспельхейм, Нифельхейм. Сигрун бы не колеблясь отправила своих валькирий за пределы Мидгарда.
Хватит! Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Берегитесь, впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было? Сын. Неважно.
Я справлюсь! Сын!